Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас видеообзор на вот такую вермишельку, называется Петра, со вкусом курицы. Покупала в фикс-прайсе за 5 рублей. Здесь 300 грамм готового продукта. Фотография на состав будет в конце ролика. Вы сможете остановить, посмотреть, прочитать. Вот здесь масса написана 50 грамм, сам он весит 50 грамм, а получается там 300 грамм. Тут уже каждый подумает, сколько он съедает обычной вермишели, и можно будет купить побольше. Вот, давайте ее откроем и посмотрим. Так, кстати, здесь залить кипятком, 5 минут оставить. 5 минут не так много. Так, нам понадобится тарелочка. Так, пусто. Так. Суповая основа, ну вот видимо это суповая основа, в которой и присутствует наша курица. Обычно ничего больше не написано здесь. Вот. Также вот она вермишелька, довольно очень тоненькая по качеству. Не знаю, а вот тут, кстати, она лучше выглядит. Пахнет как обычный роллтон. Вот. Ломать я ее не буду, я люблю, когда она не сломанная. Вот. Положим ее. Так, и давайте добавим ее. Посмотрим, что же у нас там внутри. На вид там обычный порошок и даже виднеется зеленушка. И заливаем ее кипятком. Чуть-чуть отодвину в бок тарелочку, чтобы на камеру не попал пар. Да, надо было тарелочку поглубже взять. Наверное. Ух. Так, и накрываем. Ух. Накрываем тарелочкой. Так вот. И настаиваем 5 минут, как было написано у нас. Ждем. Так, ну вот прошли наши 5 минут. Посмотрим, как поживает наша вермишелька. О, она прям большая стала. Бульон довольно, кстати, нормальный. Я думала, что слишком много. Вспомните, как она была и какая она стала. И, в принципе, вот они, специи плавают. Плавают зеленушечка всякая. Вот она вот тут тоже посыпанная. Давайте ее попробуем. Должна быть она у нас со вкусом курицы. А, в принципе, мне кажется, на вид она выглядит так же, как роллтон, но мне кажется, роллтон вермишелька немножечко покрупнее. Уже слюнки даже текут. Довольно вкусная, мягкая, сочная. Напоминает чипсы по вкусу. То, что там какой-то вкус курицы, я не ощущаю. Честно говоря,
никогда не ощущала какие-то особенные вкусы, там хоть и пишут курица, грибы, там мясо и так далее, я никогда не ощущала. Просто обычный вкус вермишели и специи. Как бы вот и все. Ну да, довольно вкусно, мягенькое. Покушать можно, купить, покушать. Но мне кажется, все-таки она немножечко тоненькая. Наверное, я думаю, другой мешочек, может быть, там побольше немножко граммов. Наверное, все-таки бывают разные. И специи, вот, кстати, в Ролтоне у них специй очень много, что она даже получается острая. Здесь специй довольно мало, она такая вкусная, нежная, хотела сказать, спокойная. Вот, ну, такая, прям кушается очень хорошо, мне понравилось. Можно ее, в принципе, купить, допустим, с собой в поезд, ее легко заварить. Единственное, конечно, она такая квадратная, большая. Вы видели то, что в тарелку обычно она не влезла. Это либо контейнер брать, который кипяток выдерживает, либо я планирую, допустим, сначала купить обычный роллтон, то есть те вот в чашечках, которые они бывают, съесть, чашечку оставить, помыть, и в ней будет удобно как раз заваривать вот такие вот пакетиковые уже вермишельки. Также положил, залил кипятком, закрыл крышечкой, и она там себе спокойно настаивается, там остывает и так далее. И потом съел. Также опять за собой помыл, и все. А потом просто, когда вы уже нужно куда-то там выходить на станцию, просто ее лишний мусор выкинули, и все. Чем, допустим, контейнер. Контейнер неизвестно, выдержит он там, не выдержит, расплавится, не расплавится. Вот, это, в принципе, мне понравилось. Она обыкновенная, довольно вкусная, приятная. Не так много специй, как я уже, в принципе, и сказала. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите другие мои ролики, другие обзоры, также продуктов из фикс-прайса. Другие мои ролики, кулинарные, влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, наши семейные влоги, как мы гуляем, скоро вот у нас уже лето, мы начнем гулять, путешествовать по нашему городу, будет очень интересная маленькая экскурсия. Вот, также нас в этом году ждет путешествие, куда вы узнаете попозже, остается уже совсем мало времени, очень ждем. Вот, и всем спасибо. Спасибо за просмотр, да, и всем пока-пока. Thank you.